В Алматы создали единого оператора парковок «Алматы Паркинг». В управлении городской мобильности сообщили, что уже назначен директор предприятия. И сейчас разрабатывают программное обеспечение для обслуживания платных парковочных зон. В данный момент парковки работают в штатном режиме. Оплата проверяется, штрафы выписываются, заявили в пресс-службе. По состоянию на 6 декабря на счетах компании 596 миллионов тенге. После того, как закончатся судебные тяжбы с руководителями частных парковок, деньги перейдут на счет созданного государственного предприятия. Напомню, в отношении руководителей компании «Апаркинг» возбуждено уголовное дело. Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. В данный момент, да, сама система платных парковок функционирует в штатном режиме. Финансовые средства поступают на арестованные счета тех пока компаний. По завершению всех процедур все деньги, все финансовые средства перейдут в бюджет, то есть на счет коммунального предприятия.